Итак, я приветствую вас на обзоре смартфона HTC One M8 в золотом цвете. Решил снять данный обзор своего аппарата, рассказать впечатления об использовании, комплектация, показать, в принципе, этот красивый смартфон. Вот сам смартфон в золотом цвете, в силиконовом чехле. Давайте посмотрим без чехла. Вот. Очень такая здоровская поверхность, матовая. Цельнометаллический корпус. Подгонка деталей ошеломляет. Так, что же было у нас в комплекте? При открытии коробочки телефон у нас располагался таким вот замечательным образом. Вот так вот. Тут написано такая основные характеристики. 4-ядерный процессор, 16 гигабайт собственной памяти, и плюс еще можно расширить ее карточкой microSD. Новейший Android. Но тут уже, по-моему, у меня обновился до 5 с чем-то Android. Full HD разрешение 5 дюймов. Двойная камера, профессиональные возможности съемки. Boom Sound, звук. Ну, кто же не знает звук HTC, он суперский. Motion Launch, легкий способ управления смартфоном. Тоже, кстати, фишка. Сзади написано краткое руководство, как достать сим-карту и как поставить microSD-карточку. Тут специальный вот рисунок есть. То есть все продумано. Вот HTC, этим мне и нравится, то, что у них смартфоны продуманные, и вот HTC One M8, он как никогда нравится мне по дизайну. Мне нравился M7, но с выходом M8 мне понравился он еще больше. Вот так. То есть, когда коробочка открывается. И в золотом цвете это самый выигрышный цвет для этого смартфона, потому что серебристый и, да, ну, как-то, блин, цвет, ну, так, на любителя. Такая упаковочка довольно увесистая, вместе с смартфоном весит. Видно, что вещь стоящая, дорогая. И тут у нас голограмма HTC, то есть Ростест. Вот таким образом открывается, и перед нами смартфон. Достается, можете достать вот так вот. Просто. Я все сохранил, было в комплекте. Давайте посмотрим, что еще у нас ждет в комплекте. После того, как вы купили данный смартфон. Кстати, вот этот чехол, он силиконовый, покупался отдельно. Родной чехол, который здесь шел, он очень ужасного качества. И расползся буквально через месяцы. Но тут, как сказать, всегда макулатуры полно. Сертификация продукта. А, тут наклейки HTC. Точно не знаю для чего. Кошелек магазин. Здесь была зарядка, сервис, вот от чехла, краткое руководство пользователя по безопасности и стандартам. Вот краткое руководство. Цветное. Все довольно-таки понятно и удобно. Наклейка с имеем. Здесь у нас каталог с Garmin, ну, с дополнительными аксессуарами, которые можете приобрести отдельно в официальном магазине HTC. Тоже красочный такой, довольно-таки. Здесь у нас скрепка была и есть. Здесь еще одна бумажка и гарантийный талон. У меня он открытая гарантия. Дальше идет в комплекте вот такие замечательные наушники. Кстати, где скрепка? Вот такие замечательные наушники, они настолько замечательные, что у меня их даже две пары. Вот. Звук от них просто великолепный, шикарный, насыщенный, басов хватает. С нужным плеером Power Amp замечательно работает. Здесь у нас дополнительные вкладки, насадки на наушники, если старые уже пришли в негодность. Ну, естественно, у меня две пары их, потому что у меня двое наушников. Не скажу,
Откуда у меня двое? Ну, двое. Так, скрепка что-то была. Скрепка настолько маленькая, что вы можете ее потерять. И она очень стильно выглядит. Если вы потеряете, будет очень жалко. У меня их, кстати, тоже две штуки. Вот. С надписью HTC. Все как положено. Отрабатывает она отлично. Ну, положим ее сюда. Чтоб не потерялась. Вот таким образом. Зарядка здесь. Тоже фирменная HTC-шная, выдает ток 1.5 ампера. У меня есть еще зарядка от старого моего HTC на 1 ампер, но она лежит так, как просто дополнительная зарядка. Провод у HTC мне нравится больше, чем у остальных производителей. Он такой, такое чувство, что он такой прорезиненный, как бы, да? Не просто провод, а с каким-то пылением, и держится оригинальный провод в телефоне лучше, чем остальные другие провода. Вот так вот. Все это было в комплекте вот таким вот образом. Так, сам смартфон у нас довольно таких хороших габаритов, хороший вес имеет, 163 грамма. Выглядит и чувствуется как очень добротная, качественная вещь. Но, естественно, она выполнена из металла. Что может быть лучше, чем металлический смартфон? Мне он очень понравился с первого дня его выхода на рынке. Качелька громкости у нас располагается на под правую руку. Очень удобно достает. И ход клавиш очень такой внушительный и приятный. Смартфон подобран идеально. Снизу у нас микро-USB выход и выход под наушники, что гораздо лучше иметь его снизу, нежели сверху, как у M7. Ну, удобнее при использовании, при ношении. То есть, это я заметил на себе и хочу сказать, это они молодцы, что сделали его сюда. Металл очень качественный такой. Вот сам цвет самый удачный, я так полагаю. Здесь у нас вторая камера для изменения фокуса при обработке фотографий. Здесь у нас основная камера с двумя светодиодами. Камера имеет 4 ультрапикселя. Ее качеством я, в принципе, доволен. 5-дюймовый экран, отличное разрешение, то есть цветопередача замечательная, радует глаз. Отличная камера. Работает шустро, но вообще никаких проблем. Даже мысли не было, что перейти на M9. Батареи хватает на день, на полтора при средней нагрузке использования. Что ж, давайте проверим динамики. Динамики просто великолепны. Я обычно слушаю музыку в наушниках, стандартных наушниках, это HTC. Они очень замечательные, очень классные. Смартфон в руке держится великолепно, то есть никаких таких неудобств не доставляет. Им вполне можно пользоваться одной рукой. Да, даже дотянуться до клавиши выключения сверху тоже немногим, перекинув палец вверх таким образом. Камера здесь 4 ультрапикселя, имеет множество всяких настроек, всяких таких приблуд, но я, честно сказать, не изучал толком ее возможности, потому что пользуюсь ей очень редко. То есть снимает она в Full HD разрешении видео, то есть все нормально, но
стабилизации нету, отсутствует, и картинка иной раз получается дерганная, если вы снимаете видео. Но это для меня не критично, потому что я этот телефон исключительно брал за его дизайн, за его марку, а не за камеры. Даже если бы тут вообще не было камеры, а был сплошной металл, для меня бы, наверное, это было бы лучше. Но единственную вот эту камеру фронтальную я бы все-таки, может быть, оставил, где-то селфи сделать, потому что угол обзора этой фронтальной камеры очень широкий и довольно-таки удобно захватить все, что позади тебя находится, и выложить, допустим, эти фотографии в социальные сети. Что хочу сказать по качеству приема сигнала. Работает даже в лифте, антенны хорошие, с связью проблем нет, собеседника слышно отлично, меня слышно тоже замечательно, то есть никаких претензий по качеству приема сигнала, вообще никаких проблем никогда не возникало с этим смартфоном. Тут имеется калькулятор, то есть считает без ошибок, ну, все вычислительные действия производит довольно-таки очень быстро. То есть 5 плюс 5 сложить, это даже быстрее получится, чем у вас подумать, что будет 10. Куча приложений, сейчас очень все переходит, как бы все адаптируется к Android-телефонам. Магазины, Кинопоиск, поиск работы, метро, все это уже есть в телефоне. И без все находится в одном устройстве, что не может не радовать, потому что... Тем более, если у тебя устройство, которое тебя даже в выключенном состоянии, тебя радует глаз. Что может быть лучше, когда сочетание удобства, эргономики, полезности устройства сочетается с его эстетической красотой? Я думаю, это просто... Вот я нашел в HTC One M8. Для себя вот этот баланс, то есть красота, производительность, то есть та мощь процессора мне с головой, потому что в игры я тут на телефоне не играю, для этого у меня есть PlayStation, фото я не снимаю, для этого у меня есть зеркалка, видео я не снимаю, для этого у меня есть компактный фотоаппарат с Full HD. А этот телефон вот просто держать в руке, и то приятно, даже если он отдыхает, и ты вместе с ним отдыхаешь. Для защиты смартфона был куплен такой силиконовый чехол, который очень легко вставляется. Поэтому у меня крышка в идеальном состоянии. Как мало не мало, но защищает телефон от потертости, от царапин. В стекле наклеена пленка оригинальная HTC. Она более маркая, чем сам экран, но предотвращает тоже от мелких царапин и от мелких таких неожиданностей само стекло. Стекло здесь надежное, Gorilla Glass 3. Он идеал для меня смартфона, как по размеру экрана, как по звучанию. То есть есть два тыловых динамика, то есть его более чем достаточно. Что ж, на этом наш обзор смартфона HTC One M8 хочу завершить. Рекомендую к покупке однозначно. Нравится отключение-выключение двойным тапом. Очень прикольная вещь. Вот все. Всем хорошего настроения.